Меня, оказывается, чат перекрывает, поэтому давайте я себе чуть-чуть. Если вот так, чтобы арт было видно. Окей. Придется зефа перекрыть немного. Так, ссылку куда лучше, чтобы она была кликабельна. Вот сюда. Интересно, на нее вообще можно нажать? Нет, там. Там тоже инфа. Ну куда ее? Вот так. В самый центр. Ну, давайте в самый центр. А она не кликабельна все равно. Я вот не могу нажать. Эх, печально, печально. Для кого интересна ссылка? Так, ну подождем пока еще. Хотя бы 3 человека. Давайте наберется. Хотя бы 3. Я даже не прошу там 10, двузначные какие-то числа. Хотя бы 3 могут. Сейчас пока только я сам себе смотрю. Да, будет прикольно, конечно, если я вот так вот просижу полчаса. И все, и так никто и не присоединится. Самим собой разговаривать, что ли? Ну, это как-то грустно совсем будет. В принципе, можно просто 25 минут, ну, 30, чтобы наверняка посидеть. И все. Давайте поделюсь хоть трансляцией сам. А как это сделать? Поделиться, ну. А, ну только кому-то лично можно отправить.
бессмысленно. Три человека хотя бы будет на стриме или нет, не считая меня. Реально 5 минут уже сижу. Вроде и фон сделал приличный и настроил все более-менее нормально, ну как в моих силах было. Может из-за того, что понедельник? Не знаю. Пишите хоть что-нибудь. Вот вроде кто-то приходит и сразу уходит. Почему так? Или просто начать говорить в пустоту и типа люди сами подтянутся, я не знаю. Есть ли смысл? Ну вот вроде двое. Один из них это я с другого аккаунта, один кто-то случайно. Ну ладно, буду хотя бы, наверное, так что-то говорить, я не знаю, просто как иначе. В общем, провожу второй стрим в Live Studio, чтобы мне потом продлили эту программу на полгода. Скорее всего, я не буду ей пользоваться, потому что тут что-то прям совсем тухло. Можно прикольные всякие делать штуки, конечно, но людей что-то это вообще не продвигает. Странно, что TikTok свою же площадку стримов не продвигает вообще. Я стримил просто в TikTok с телефона, и там гораздо больше активности было, чем сейчас и в прошлый раз. Не, ну о чем речь, если почти 10 минут стрима идет, 2 человека смотрят, 8 просмотров. За 8 минут это что вообще такое? Как это работает вообще? На фоне арт, который рисовался еще на моем совместном стриме с подписчиком-художником. Он наконец-то его закончил. Это, правда, не скан, а фотография, но тем не менее. На ней, если что, изображен я в образе капитана Кура из One Piece и остальные персонажи One Piece. Когда будет готов скан, я поставлю это везде на аватарке. У меня они как раз давно не обновлялись. Что касается Boosty, все очень печально. Мне все началось с того, что мне написали в комментариях одни зрители, что готовы скидываться мне на мангу. И что потом я записал видео отдельное, уточнил, действительно готовы. Если я там сделаю донаты подключу, реально будете донатить? И все писали, да, конечно, будем донатить, делай, все организовывай, все круто. В итоге создал Boosty, ссылку закрепил в профиле, снял отдельное видео о том, что создал Boosty. Прошлый свой стрим целиком посвятил тому, что создал Boosty, и всех призывал туда подписываться. В итоге что, 2 человека подписались в первый день, и все. А после стрима, который был призван к тому, чтобы люди узнали о Бусти моем, один из этих 2 людей отписался, и теперь у меня один подписчик на Бусти. На самую дешевую подписку. И что мне делать дальше, я не знаю.
Ну, потому что в каком-то, конечно, мне никто ничего не... Хотя нет, обещали. Обещали, что будут донатить. В итоге никто этого не делает практически. Я чувствую себя обманутым. Я, конечно, подожду до конца месяца, до конца лета. Если ситуация не изменится, ну, придется просто удалять, пусть и все, и возвращать в ссылку свой телеграм-канал, на который тоже никто не подписывается. Говорили стрим, вот на совместном стриме с подписчиком говорили: стрим сам, а что ты сам не стримишь? Типа, запускай сольные стримы. Ну вот, пожалуйста, запустил, один человек смотрит. Он уже больше 10 минут прошло, но один человек смотрит. Никому это не надо. К чему это вообще все было? Не, ну конечно, попытаться стоило, чтобы узнать, что это ни о чем. Но что поделать? Я вот даже не знаю, вот этот стрим, наверное, даже никуда записывать, выкладывать не буду, потому что на прошлом хотя бы удалось забайтить кого-то, стать тысячным подписчиком на моем YouTube-канале спустя 10 с половиной лет я смог набрать 1000 подписчиков на YouTube на прошлом стриме. Это единственный плюс вообще того, что прошлый стрим был. Потому что ни на мой TikTok, ни на мой Boosty уж тем более, мало того, что никто не подписался, так еще и отписались. Понимаете, это выглядит как издевка. То есть я за последние несколько дней потерял по меньшей мере десяток подписчиков. Просто тупо 10 человек. Каждый день от меня отписываются люди. Каждый день. Я не знаю, как это остановить. Как это исправить. Я даже молчу про донаты, их вообще не стоит ожидать в принципе в обозримом будущем. Хотя бы как сделать, чтобы, ну, не отписывались, например. Да я вот... Я даже не говорю о том, чтобы подписывались, хотя бы те, кто подписаны, чтобы не отписывались. Вот этого как достичь, я не знаю. Идея с донатами провалилась. Идея стрима со стримами тоже проваливается. Вот к чему, какие выводы мне стоит делать из всего этого? Каждый день начал выкладывать ролики, люди отписываются, им не нравится. После каждой публикации, каждого видео минус 2-3 человека. Видел 5 гир? Не, что это такое? Не знаю, о чем-то. О, Нуна! Нет? Не Нуна? Показалось? Или что? Скорее всего, я просто вот сейчас еще минут 15 посижу. И все, здрасте, да. Экранизация 5 гира, Луфи, весь мир его ждал. Не знаю, я еще не настолько глубоко погружен в One Piece, чтобы знать. О, нифига, подарки. Подарки? Подарки, что ли? Подарочки? Да, спасибо, спасибо. Лайки, спасибо. Вот тебя на прошлом стриме не хватало, Нуна. Очень не хватало. Подарочки, да. Я вот говорю о том, что идея ни с донатами, ни со стримами себя вообще никак не оправдывает. Спасибо за лайки, спасибо, спасибо, но вас всего двое за 15 минут. Ага. Вот. Что-то про 5 гир я слышал, что-то попадалось мне в рекомендациях, но я так и не понял, что это. One Piece тем временем я продолжаю читать. Я закончил арку про Коков. Сейчас дошел до арки с Арлонгом, но их пока еще не начал. За городом была интернет плохо работал. А, ну, с возвращением тогда. Эту серию рисовали 7 месяцев. Одну серию рисовали 7 месяцев. Круто. Надеюсь, это того стоит. Спасибо, Нуна, что поделилась трансляцией. Вот кто, если не ты? Все только на тебе и держится одной. Фон-то, кстати, никто еще ни разу не написал ничего про фон. Вы узнаете, ну, те, кто... Ну, Нуна точно должна знать. Это ж тот самый арт. Тот самый арт со мной. Законченный.
Весь бой рисовали 7 месяцев и куча крутых аниматоров. Ну, я до этого не скоро дойду, вообще не факт, что дойду когда-нибудь. Это какая уже по счету серия 1100-я? Да, хорош, да. Данте мне еще обещал скан сделать. Это фотография просто. А он еще скан сделает, и его уже в качестве я себе на аватарку поставлю. У меня давно ава не обновлялась. Фон топ, спасибо. Это аниме 1071 серия. Офигеть. Там вообще хоть что-то движется к финалу? Вот вы смотрите One Piece, новые серии, там хоть по ощущению сюжет движется к развязке какой-нибудь, или хотя бы к кульминации, или там просто все бесконечно тянется и тянется. Вы же можете сами скан сделать. Ну, нет, ну, мне для этого нужен рисунок. Скан, то есть Данте-то может сделать скан самого рисунка, самой вот бумаги, оригинала. Уже чуть видно конец. Чуть видно. Ну, это может значить, что еще серии 500 может быть. Это концовка, я не знаю. Так вот, я говорил про то, что на прошлом стриме. Я, в общем, я все. Я считаю, что я со своей стороны сделал все для того, чтобы люди подписывались на Boosty или хотя бы узнали о том, что он у меня есть. А на меня мало того, что не подписываются, так еще и отписываются. Из двух человек, которые были там моими платными подписчиками, остался один. Я не знаю, что вообще делать для одного подписчика, единственного. Кстати, он под ником Monkey D. Luffy. Я не знаю, что для него там делать. Что есть вообще смысл что-то выкладывать для одного человека туда? А больше никто не подписывается. Я уже и ссылку сделал, и видео про это записал, и стрим прошлый провел на эту тему. И сейчас об этом говорю. И все равно ничего. Просто ноль. Стримы вот стараюсь проводить регулярно, и тоже ничего особо не получаю. Live Studio меня не особо впечатляет. Хотя сейчас уже получше выглядит, чем было в прошлый раз, но хз-хз. Когда я просто с телефона стримил, было лучше. Ну, хотя бы три человека, не считая меня, меня смотрят. Ну, что ж, спустя 20 минут, видимо, это мой потолок. Ну, у вас есть возможность что-нибудь... В ТТ сложно? Да, сложно, сложно. Я и свои-то... Вот просто у меня последние дней... Ну вот, начиная со стрима с Данте, вот у меня последний раз подписчики прибавились после стрима совместного с Данте. Сколько уже времени прошло, с тех пор только вниз. Строго вниз, просто. Минус 10 человек у меня за последнюю неделю подписчиков. Как только я выкладываю видео, после каждой новой публикации у меня минус 2-3 человека уходят просто. Просто уходят. Просто уходят и все. Да. Причем я уже как бы не про One Piece, я про Наруто выкладываю, как раньше было. Все равно вот как стабильно, стабильно вниз идет у меня вот по статистике вот так вот вниз все идет. Просмотры, подписки, все вот так вот туда. Я уже просто не говорю о том, что донаты открывать. Я думаю, я закрою Boosty. Нафиг оно надо. Это позор просто, это как бы оскорбительно, что... Причем писали, дофига, человек 8 как минимум я вручную насчитал комментаторов, которые убеждали меня в том, что они будут донатить мне на новые книги One Piece, и что мне нужно делать, типа подключать донатные площадки, в итоге я их сделал, и все, и ноль. Просто ничего. One Piece я досмотрел, нужно теперь мангу Боруто дождаться, там вроде таймскип. А, там типа первый сезон закончился? Теперь будет Боруто Шипуден, что ли? Вот до чего уже дошло. Ну хотя, с другой стороны, да, что там, сколько уже Боруто длится, лет 5-6? Пора бы уже, наверное, да. Хотя первый сезон, насколько я знаю, он просто полностью филлерный же. Там вообще канона почти не было. Вот так вот. Два синих вихря. Не понял, о чем-то. Вы к нас в Дискорд придете, что? Какой Дискорд? Кому Дискорд? Кому? Кто придет? А, это вопрос?
А, приду ли я к вам в Дискорд? Мне Данте ссылку все еще не давал. Он мне дал ссылку на ВК. Я в ВК на него подписался. Мы в друзьях друг у друга ВКонтакте. Как истинные старики, как реальные алды, мы подружились ВКонтакте. У нас есть переписка ВКонтакте. Теперь не только в ТикТоке. Про Дискорд пока ничего. Тупо название, так как был Шипуден, то теперь два синих вихря. А, то есть Боруто Шипуден называется Боруто два синих вихря? Давайте я скину вам, ну, скинь, окей. Сегодня, может быть, будут посиделки. Ну, сегодня у меня здесь, я надеялся, будут какие-то посиделки, но, видимо, не судьба. Видимо, сейчас все, что от меня требуется, это просто 25 минут от 25 минут провести стрим, чтобы мне открыли доступ в Live Studio на 180 дней, то есть на полгода. Чтобы в будущем, если вдруг понадобится, чтобы я мог стримить в Live Studio. Часто пока бета-версия, но кто знает. На всякий случай вот провожу уже второй стрим здесь, чтобы получить этот доступ. Но дальше я, может, и не буду пользоваться этой программой, потому что она вроде прикольная, но мне кажется, сам TikTok не продвигает стримы, которые через Live Studio. Я в прошлый раз горизонтальный стрим, как вот с компа, чтобы смотреть, делал. В итоге меня там смотрело человека 3, наверное. И сейчас вот вертикально сделал, чтобы удобнее было смотреть с телефона, и все равно, ну, 3 человека, не считая меня. Это печально. Фанаты хотели, чтобы было так. Боруто последний шиноби. Последний, в смысле, остальные что? Типа там все повымирают. Грустно, если так. Хотя, с другой стороны, почему бы нет? Вот тебя, Нуна, на прошлом стриме не было, и прям вообще активности ноль было почти. И сейчас я первые 5 минут просто в тишине стёб с нулем зрителей. Там Кишимото вернулся в мангу и обещал сделать. Манга темный, мрачный, Боруто Саски против мира. Ну да, я слышал, что Кишимото вернулся, но это касается манги. Я просто слышал, что аниме настолько далеко ушло от манги, что уже как бы не получится им снова вернуться. Это теперь, ну, почти что два разных произведения. Ну, типа, только у него осталась закалка шиной. А остальные, подожди. Закалка шиной, а остальная вся Конохи, там что, у остальных нет закалки шиной? У Боруто история грустнее, чем у Наруто, намного. Я прям заинтересовался, нифига себе. Но это если именно про мангу говорить, да? Но я не знаю, я все еще не планирую ознакомливаться с Боруто, если честно. Ни с мангой, ни с аниме. Что-то вообще не хочется. Они все считают его врагом. Вся Коноха и мир, говорим о манге. Весь мир считает Боруто врагом. А как же его отец? Как же Наруто? Он разве может считать своего сына врагом? Ну вот, короче, еще минута, и можно засчитывать успех. Можно формально считать, что я получил доступ к этой платформе. Не знаю, сколько продлится этот стрим. Ну, настроение у меня как бы с самого начала не пошло, потому что я просто реально 5 минут первый сидел в тишине. Мне пришлось начать говорить с самим собой, просто чтобы, ну, не сидеть молча. Это очень унизительно, это прям, ну, это угнетает. Привет, насчет твоего нового видео про шутки Акацки, если честно, плохая идея, чисто мое мнение. Ну, окей, спасибо за искренность, спасибо за откровенность. Учту. Ну, для полноценного мнения можешь добавить, что тогда хорошо. Ну, то есть, что хорошего тогда? Вот из последних моих видео, что вообще есть что-нибудь хорошее или вообще все плохое? Потому что, судя по статистике, у меня каждое видео плохое, и каждое видео это плохая идея, потому что люди просто валят меня куда подальше. Теперь с интернетом все отлично, и буду сидеть у вас на стриме. О, это хорошо, это круто. Это хоть кто-то, ну, хоть кто-то. Ну, кстати, в комментариях вроде писали, что более-менее
Нормально, кому-то понравилось. ТикТок душит. Да, наверное, наверное. Ну, у меня такое бывает. У меня кучу раз были периоды падений, которые всегда длятся дольше и которые происходят сильнее, чем периоды взлетов. У меня, помню, полгода у меня даже 400 просмотров не набиралось ни на одном видосе. Вот было такое время. Я был вот настолько близок к тому, чтобы вообще забросить канал. Но был один спасительный видос, который залетел хорошо, и я подумал, ладно, продолжу. Если читал мангу Наруто, в любом случае рано или поздно вернешься к произведению от Кишу Баруто. Ну, может быть, возможно, может быть, это неизбежно. Но посмотрим. Существует еще очень много манг, которые я не читал, но хочу прочитать, и которые наверняка лучше, чем Боруто. Эта манга сейчас норм шумит, как и One Piece. One Piece, он уже шумит дольше, чем я живу на свете, так что это вообще не идет ни в какое сравнение. Ну, я посмотрю, может быть, вкачусь в Боруто, начиная вот после таймскипа, не знаю. Может быть, потому что я и в Наруто вкатился тоже, начиная с Шипутена. То есть, когда я начинал смотреть Наруто, первый сезон тоже уже закончился и тоже уже прошел таймскип. Это был где-то 2000, ну да, 7-8 год. Так что может с Боруто повториться так же, когда начнется условный Боруто Шипутен, может и я тогда подключусь, а может быть и нет. Говорят, ТВ Токио хочет делать Кишимото аниме про Минато. Ну, круто, ну, типа экранизацию манги. Ну, неплохо. Она чисто на уровне ОВА получится, я думаю. One Piece улетел на другой уровень. Ну, вторая 1000 серий у них идет, естественно. Манга плюс каталог манги, там Боруто всегда на третьем месте, One Piece на втором. А кто на первом? Ну, я бы посмотрел экранизацию манги про Минато. В принципе, глава мне показалась неплохой. Сейчас я погляжу. В Боруто уже совсем другая атмосфера. Мне иногда кажется, что все персонажи из Наруто изменились. Ну, по факту, они там все другие, они там все деградировали, все там скатились, их всех там принизили очень жестко, насколько мне известно, насколько я могу судить по отрывкам и отзывам. Там это все персонажи Наруто в Боруто, это их блеклые копии, их минимизированные копирки, просто клоны какие-то. Именно характер. Да и по характерам, и по силам, просто это больно смотреть на это. Поэтому я и все другие старые фанаты Наруто вообще не спешат прикасаться даже к Боруто. Конечно, они ведь выросли. Ну, выросли, это не значит, что стали хуже. Правильно? Они именно стали хуже. Тут дело не в том, выросли они или нет. Просто деграднули. Весь каст Наруто скатился еще в Шипудене. Есть такое, но я бы не был так категоричен. Ну, не весь. Кто-то скатился, да, кто-то нет. А в Боруто скатились все, по-моему. Боруто другое произведение, это вам не Шипуден. Ну, фактически да, но вселенная это та же, персонажи те же, надо это как-то учитывать. Сейчас я посмотрю комментарии под своим этим новым видосом, экспериментальным шутечком. Я уже не знаю, что еще предложить зрителям. Уже где-то выдумываю новые форматы, новые рубрики, просто чтобы ну как-то держаться на плаву, потому что так дальше продолжаться не может. Ну тут за 2 часа 300 просмотров. Три комментария, не считая моего. Ну, комментарии, кстати, положительные про шутеечки. В принципе, кому-то зашло, но кому-то нет. Надо понять, кого здесь больше. Шикамару, Канахамару, Нурперс. Ну, в Боруто имеешь в виду?
Ну, если Шикамару не скатился, это, конечно, удачно. Канахамару был донским в Наруто, поэтому, может, хоть в Боруто у него какой-то звездный час есть. Боруто срань, потому что это тупо без интереса. Сюжет ради сюжета. Да. Так еще и ладно, если бы боевка была крутая, так там же еще и боевка полное говно. Я смотрел, вот мне попадаются постоянно какие-то новые бои оттуда, это, ну, это позор. Это просто стыдно. Классный арт, да, спасибо, он, правда, не мой. Я просто решил что-нибудь поставить на фон, чтобы привлекать внимание зрителей, но, как видите, зрителей у меня все так же почти нет, так что это не особо работает. Но спасибо, спасибо. Как только я получу этот арт в качестве, я поставлю его себе на аватарку. Будешь видеть его чаще. Может быть, тебе начать смотреть аниме покороче, не такие длинные? Я пытался, я пробовал, я смотрел многие короткие аниме, такие как Евангелион, Тетрадь смерти, Эхо террора, Паразит. На все из них я делал обзоры. И ни один из этих обзоров не был успешен. Ни один не зашел. Ничего не залетело из этого. Наруто срань, особенно последняя арка, где 90% сил из воздуха. Есть тоже такая проблема, да? Да. Но разве в Боруто не так? В Боруто разве силы не из воздуха? Там это исправили? Там вообще исправили хоть одну ошибку, которая была в Наруто? Хоть какая-то работа над ошибками там была произведена? Или те ошибки, наоборот, были увеличены? Наруто и Наруто Шипуден совсем другое, особенно вайб и чувство при просмотре. Согласен, да, они отличаются. Но я не могу сказать, что что-то из этого очевидно хуже другого, потому что и там есть свои плюсы и минусы. В Наруто боги сражаются, но выглядит так, будто файт с начала Наруто. Вот, да. Об этом я и говорю. Хотя, по-моему, даже в начале Наруто файты были получше. Вспомните тот же бой Гары с Роком Ли. Это же офигенно. One Piece, срань, резиновая манга, от которой тошнит. Ну, слушай, там главный герой резиновый. И манга, как главный герой, тоже резиновый. Видишь, тут есть продуманная вот такая аллегория. Так можно про все сказать. Ну, при желании, конечно, можно про все сказать, но как бы есть вещи, которые, называя говном, ты будешь прав в большей степени, чем называя говном другие вещи. То есть, называя говном Боруто, условно говоря, человек, на мой взгляд, и на взгляд очень многих других фанатов аниме, будет прав в гораздо большей степени, чем человек, который называет говном Наруто или One Piece, например. Как бы все познается в сравнении. Первый сезон Наруто сражение ниндзя, второй сражение богов. Да, хотя нет, начало Шипудена там тоже еще сражение ниндзя. Сражение богов, вот эта вся имбалансность и все прочее, начинается ровно, вот есть в Шипудене конкретная точка, начиная с которой масштаб этого аниме, это расстановка сил, адекватность вообще способностей меняются. Это точка смерть в Джирае. Вот все аниме, как бы сюжет, он делится не до и после таймскипа, а до и после смерти Джирая, потому что до смерти Джирая ценилась сила, вот как в первом сезоне, то есть были разные шиноби, все были по-своему сильными, все плюс-минус были на одном уровне, была интрига, разнообразие и интерес. После смерти Джирая, с появлением в сюжете Пейна, с полноценным его раскрытием, все начинается, вот эта божественная сила, мегазорды, какие-то вот неадекватные способности и все такое. Вы обратите внимание, это все принес Пейн, по сути, в аниме. Потому что после него пошел уже там Обита, Мадара, Саски, вот Саски Наруто улетели в космос просто, вот эти вот все Сусана, все такое. Это все началось после смерти Джирая. Я имею в виду, что персы в Боруто на бумаге имбы лютые, но они файтятся как генины в Наруто. Да. Ну, это как говорит о чем? О том, что аниме плохое. Смотреть его не надо.
Мне кажется, Боруто — это проявление всего плохого, что было в Наруто. Просто все минусы Наруто взяли и убрали все плюсы, а минусы умножили. Вот получилось Боруто. 60% хейта в сторону Боруто от дрочеров Наруто, которые не знакомились с Боруто. Может быть, но опять же, от всего этого флера вокруг Боруто, все, что вокруг него крутится, от этого вообще не возникает желания начать его смотреть, если честно. Потому что смотри, ну, как люди завлекались в Наруто, то есть они видели отрывки, они видели эдиты какие-то, вот файты оттуда, и это их завлекало, они смотрели отрывки, такие думали, блин, крутое аниме, надо его посмотреть целиком. Так это и работает. Практически, ну, с большинством аниме это именно так и происходит. Люди вливаются через вот эти вот отрывки, какие-то вот слухи, отзывы и так далее. С Боруто какие отзывы? Негативные, отрывки, донские, которые смотреть невозможно. Не знаю, просто несмотрибельный материал, и который не вызывает у потенциального зрителя желания его смотреть. Опять же, о чем это говорит? Ну, скорее всего, об уровне произведения. Потому что если бы в Боруто изначально было что-то крутое, то с этим крутым чем-то были бы какие-то материалы. В том же ТикТоке, например, люди бы их видели, которые не смотрели Боруто, и которые, может, даже фанаты Наруто. Они бы видели это, говорили, блин, круто, еще и продолжение моего любимого аниме, давай-ка я посмотрю. И начинали бы смотреть. И тоже становились бы фанатами, но этого не происходит. Почему? Потому что Боруто не настолько хорошее аниме. Логично. Да, самый первый красивый бой — это бой Джирая и Наруто против Пейна. Но это не первый красивый бой, и до этого были красивые бои. Автор, не слушай чужое мнение, так далеко не пойдешь. Ну, мы тут собрались для того, чтобы слушать мнение друг друга. Вы же мое мнение слушаете в роликах, почему бы мне иногда не послушать ваше? Я же не прислушиваюсь к нему. Но тут важное различие. Я его слушаю, но прислушиваюсь ли я? Это вопрос другой. Знаете, я смотрю Боруто только ради моментов Наруто. А их там вроде и не так уж много, по-моему. Да и Наруто там блеклая копия себя. Боруто хорошая манга, которая стоит внимания. И касса у Боруто в США большая. Но вот опять же, это возвращает нас к вопросу о различности манги и аниме. То есть мы-то говорим именно про аниме, что аниме плохое. Если аниме не смогло передать крутость своего первоисточника, это опять же проблема. То есть Наруто, аниме и манга, они примерно на одном уровне находятся, ну не считая филлеров. А Боруто нет. Опять же, к чему нас это логически приводит? Фанаты у Боруто есть, особенно в Европе. Я не говорю, что у него нет фанатов, я говорю, что это плохое аниме, которое не стоит смотреть. Но опять же, насколько я могу судить, поскольку я не смотрел. То есть это мнение человека, который не смотрел аниме Боруто. Но я, тем не менее, могу утверждать, исходя из того, что я видел и знаю, что это аниме плохое. Люди читают Боруто только из-за того, что это продолжение, там очень мало интересного. Да. Просто по инерции продолжают, не хотят выходить из условной зоны комфорта, как будто на пузыре своей любимой вселенной находятся, и как бы очень большой кредит доверия к этой вселенной. Это заставляет людей в том числе продолжать читать, смотреть Боруто. Надо было не вперед времени идти, а наоборот раскрывать персов, таких как Белый Клык, Ланучиха и так далее. Вот тут согласен, да. Ну а главное, чтобы это делал, опять же, Кишимото, чтобы это Эдимон занимался. Да, согласен. Надо было идти назад, да. Это хорошая идея. Раскрывать вообще вот по хронологии всех вообще. Вот просто взять Наруто и все, кто там вот. Да, Белый Клык, Учихи, Сэнджу, эти, Неджи клан как бы. Забыл, прикиньте, забыл фамилию Неджи и Хинаты. Как их клан называется? С Бикуганом, который вообще из головы вылетел. Ну, короче, вот их можно было бы раскрывать, да? Как Хашираму умер. Вообще кучу всего. То есть можно было бы прям несколько отдельных анимешек, спин-оффов сделать, приколов. Но получилось, как получилось. Последние главы Боруто шикарные. Боруто улыбался всему миру, который был озлоблен на него. То есть как Наруто.
Правильно, я тебя понимаю. Как Наруто, только хуже. То есть это еще и вторично. Досрать на аниме, там манга сухая и плоская. Вот есть мнение, что и манга тоже плохая. Последний, да, там пошел разгон. А сколько потребовалось манги для того, чтобы взять разгон? Сколько? Сколько там глав? Сколько лет выходила манга, прежде чем она начала брать разгон? Жесть, меня бесит Боруто из-за того, что он доставал Наруто, зная, что его отец и так занят. Манга до появления... Не, ну вообще, отношение Наруто со своим сыном интересно было бы раскрывать, потому что, ну, это интересная тема. То есть, как такой человек, как Наруто, может своих детей воспитывать. Но это надо хорошо раскрывать, это надо правильно прописывать, чтобы это было интересно, чтобы это не обесценивало предыдущий опыт. Понимаете? Это сложно, и с этим не справляются, судя по всему, авторы Боруто. Манга до появления Кижи была плоской, потом все стало хорошо. Вот опять потом, это вот когда, вот сколько глав написал Кишимото, а сколько глав было до этого. От этого многое зависит, потому что Боруто манга не новая далеко. Она уже несколько лет как существует и выходит. Получается, что можно считать, весь первый сезон писал не он. И первый сезон говно. А сейчас он начал писать дальше, и дальше пошло хорошо. Но стоит ли это смотреть? Типа, стоит ли вообще тратить время на то, что писал не Кишимот? Слишком скучно, честно. Лучше уж Боруто читать, как по мне. Но стоит ли его смотреть? Другой вопрос. Я не доверяю Кише, поэтому ни на что не надеюсь. Он создал очень классный концепт, но реализация... Ну, так, конечно, не идеально. То есть в Наруто дофига косяков, дофига сюжетных дыр, очень много вопросов к нему как к автору. Но опять же, плюсы все-таки перевешивают в Наруто, а в Боруто, кажется, нет. Все равно он должен был понимать, а не истерить. Ну тут уже ваше там обсуждение сюжета, который мне неизвестен. Хьюга, да, вот, Хьюга. Точняк. Да, Хьюга можно было бы клан раскрывать. Вполне себе. А можно фон поменять, просто текст сливается с фоном. А, да, типа... Комменты же белым пишутся. Сейчас. Да, неудобно читать сейчас. Подождите, сейчас попробую поменять. Так. Image. Настройка. Так. Удалить. Так вам нормально? Тупо на фоне тьмы буду сидеть. Сейчас. Так лучше? Теперь абсолютно темный фон и белый текст должно быть видно идеально. Давайте я даже чуть увеличу себя. Опа! Неплохо, кажется. Ну, главное, что артом все успели насладиться, я думаю. Так что, да, можно было бы убрать. 70 плюс глав на разгон, и это 6 лет. Охренеть. 70. Вспомните, сколько всего в Наруто происходило за 70 глав первых. Жесть. 6 лет разгона. 6 лет разгона. 6 лет для разгона. 6 лет для разгона. Ну это сумасшествие просто. Боруто в 12 лет проявил волю огня, которую Наруто в 12 лет не имел. Тут факт. Ну, это я не знаю, тут уже детали сюжета, я вдаваться в них не буду. Боруто не такой легкомысленный, как Наруто, мне это нравится. Ну, это, мы уже заходим на рассуждение о них как о персонажах. Тут уже... Сейчас я себе поменьше сделаю.
Если честно, все старые популярные сёнены вначале плохая рисовка, напоминающая американский мультик. Потому что аниме изначально вдохновлялось американскими мультиками, в том числе Диснеем. У аниме вообще выглядит так, как оно выглядит. Большие глаза, маленький нос, маленький рот. Это все потому, что самое первое аниме копировало стиль Уолта Диснея, американского. И сейчас мультипликация в этом плане сделала полный круг, завершила цикл, потому что сейчас, наоборот, американская анимация часто копирует стиль аниме. То есть сначала аниме копировало американскую мультипликацию, теперь американцы, наоборот, как бы копируют то, что когда-то копировало их. Что это нормально и естественно. Да пусть продолжение хоть пишет таксист с Болгарии, только бы это было качественно. Согласен, тут согласен, да. В принципе, если качественно, то неважно, кто автор. Но Наруто туда не входит, единственное, по моему мнению, куда не входит. Я посмотрел первые 60 серий Боруто, дальше не смог. Серии с дочерью Чоджи просто убили меня. Да, соболезную. Вот человек, опять же, вот как мне не повторить его судьбу? Тут мне люди говорят, советуют начать смотреть Боруто, что типа вот все, кто его смотрит, становятся фанатами. Что обсирают его только фанаты Наруто, которые его не смотрели. Вот, пожалуйста, человек смотрел. 60 серий смотрел. 60 серий, это довольно много. Говорю, что чуть не умер. Вы того же для меня хотите? Вы этого мне желаете? Может, тоже пообсуждать и подключиться в эфир? Слушай, ты хочешь подключиться ко мне в эфир? Ну, не знаю, не знаю. А кто ты? Япончик 2007. Я твой ник не знакомый, да, я помню, ты вроде мой подписчик. Но я не планировал совместно с ним сегодня. Боруто, когда стал врагом всего мира, сказал, что он сын седьмого и четвертого Хокаге, так что в нем кровь Хьюги. Хьюги? Причем тут Хьюга вообще? Да, глазам немного лучше стало. Ну, рад. Так лучше. Вот, темно. Ну, зато, как бы, видно текст и видно меня. На этом темном фоне страшно. Так-то прикольно вышло. Спасибо. Да, арт хороший, да. Где мои сердечки? А, что, еще подарок был? Что-то не заметил, что-то заболтался, пока еще вот эти вот всякие делал махинации с краном. Пропустил, извини. Наруто идеал, если не считать всю конч-арку войны. Ну, в арке войны, конечно, есть очевидные проблемы. В первую очередь затянутость и неадекватное расположение сил. Но все-таки свой эпик был. В четвертой войне были свои крутые моменты, это невозможно отрицать. Говорят, мировая война Шиноби прошла за несколько дней или неделю, как ты думаешь об этом? Четвертая мировая война длилась сутки. Один день. Один или два. То есть там даже недели не было. Если посмотреть, они там, вот война началась днем, вот прошел день, потом прошла ночь, вот та ночь, в которую Зетсу Белый перевоплощался в других персонажей и нападал на своих же. Вот это была одна ночь, потом еще один день, еще один день до вечера, получается. И вот спустя эти 2 дня, когда все заканчивалось, уже солнце вставало, уже был рассвет, когда Мадара был побежден. Нет, когда даже уже Кагуя была побеждена, это только третий день, настолько третьи сутки шли. И когда Наруто уже с Саске дрался, это было спустя 3 дня. Получается, после начала войны, вот насколько это быстро было. То есть ирония в том, что для того, чтобы посмотреть всю арку Четвертой мировой войны Шиноби, нужно потратить время. То есть она по хронометражу длится дольше, серии длятся дольше, арка длится дольше, чем сама война по сюжету шла. То есть если вы будете смотреть всю арку Четвертой мировой войны Шиноби, вы потратите больше 3 дней. А она шла... Ну, по сути, 2-3 дня. Смотря, как бы, если считать драку Наруто с Саски финальную или не считать это частью войны. Вот. Что думаю об этом? Ну, да, мелковато. Можно было бы это грамотнее распределить, как бы более масштабно, чтобы они с перерывами это делали. Чтобы это хотя бы, не знаю, пару месяцев заняло, может быть. Последняя арка Наруто была просто ужасной. Киши ее ужасно сделал. Последнюю арку, что ты имеешь в виду? Войну? Или последнюю арку, которая вот которая в аниме была. Потому что в аниме она была филлерная, ее делал не Кишимото. А война, ну про войну я уже высказался.
Есть, конечно, свои недостатки, но в целом удачные моменты тоже присутствуют. Ты поделился трансляцией. Спасибо, что поделился трансляцией, чтобы меня смотрело больше людей. Это правильно. Опять же, зачем смотреть ужасную адаптацию с филлерами? Откройте канон, манга приемлемо. Ты сейчас про Боруто или про Наруто говоришь? Его мать Хината гений. Да, можно тут просто гостем зайти и поговорить. Да, я это знаю, но я не хочу. Все свои эти совместные стримы я всегда планировал заранее, обговаривал, договаривался, готовился. А так просто с бухты-барахты сейчас кого-то впускать в стримы и общаться я не готов пока что. Тим, не нужно смотреть Боруто. Лучше выдели себе 3 часика и одним заходом прочитать те 80 глав. 80 глав манги, в смысле? Ну, я манги столько за раз не читаю. Я вообще не люблю взахлеб что-то делать подряд много. Не смотреть, не читать. Скажи мне еще одну вещь. Все жалуются на анимацию в Боруто, но в Наруто рисовка тоже ужасная. Ну, смотря в первом сезоне, да, она похуже, кривенькая. В филлерах вообще ужасная, но это филлеры. В первом сезоне она такая, потому что 90-е были, начало нулевых. Бюджета у них было не очень много, и возможностей тоже, в принципе, это оправдано. А в Шипудене, ну, получше стало. В Шипудене, в принципе, нормальная рисовка. Вполне себе приемлемая. После проблеваться и ждать таймскип. Угу. В Боруто файты в филлерах лучше, чем в каноне в последних сериях. Ну, это о чем говорит, что даже в филлерах лучше. Но это совсем уже, ну это совсем дно. Если даже в филлерах боевка лучше, чем в каноне, ну тут просто мои полномочия все. Ну, на поделилась трансляцией. Спасибо. Молодец. О, Макс, привет. Вот я надеюсь, ты усвоил урок, что не надо писать здесь и что надо делать, чтобы твои комментарии были видны. Надеюсь, ты не будешь совершать прошлую ошибку. Бой против Мошонки, ой, Мамошики, извиняюсь, намного качественнее выглядит, чем все бои Наруто. Ну, нет, неправда. Я видел бой с Мамошики, ну, в принципе, он неплохой для Боруто. Тут важное подчеркнуть, для Боруто он неплох. В Наруто было куча, я тебе могу сходу назвать 3-4 файта в Наруто, которые были круче, чем Мамошики. Реально. Тот же Гай против Мадары круче, чем бой с Мамошики. Какаши против Обита круче. Да даже в первом сезоне Гай против Рока Ли круче было. Вообще не согласен. Найс, у вас почему-нибудь проболеются зрители? Да, слушай, что-то идет. Я вообще думал закругляться уже, когда вы пришли. А сейчас что-то 8 зрителей, ну 7, не считая меня. Это, конечно, все равно не 10, но что-то. Я тут 3... L лайков, типа 3 что, литра? 3 литра лайков? Или 3000 лайков? Блин, 3000 лайков, реально, спасибо вам за 3000 лайков. Почти уже 3,5. Ты уже 3,5 тысячи лайков, офигеть. И 10 зрителей, вот это да. Ну, включая меня, конечно, но все же. Хорош. Макс, поделись трансляцией, спасибо. Спасибо, Макс. От души. Наруто Шипуден имеется тоже плохая рисовка. В канон аниме Боруто она лучше. Ну, да, там имеется плохая рисовка. В каноне Боруто лучше. Ну, тут на вкус и цвет, но я не знаю. Я думаю, в Шипудене рисовка такая особенно специально подобрали все эффекты. Возможно, там и бюджет у них побольше был. Лучший бой в Наруто это Пейн и Наруто или Итачи Саски. Не им помогу доказать. Докажи. Мне бой Пейна с Наруто вообще не нравится. Я записывал ролик даже отдельно про это, что это просто какое-то троллирование, я не знаю, как будто создатели в какой-то момент захотели из потенциально одного из самых крутых боев в аниме сделать просто какой-то Looney Tunes, где, не знаю, 5 кадров в минуту, не знаю, какое-то слайд-шоу с бегающим Пейном, где этот лис его долбит в землю, как гвоздик. Знаешь, это реально какие-то дримворковские мультики напоминают про этого, про, как его, страус, который вот бегает, знаете, вот был такой мультик раньше. Бегал страус, и койот за ним по каньонам его догонял, и они друг друга вот очень постоянно били, как-то вот гиперболизированно. Вот в таком стиле выполнен бой Пейна против Лиса, это вообще какое-то недоумение вызывает. Итачи Саски, да, тут согласен. Мой любимый бой в Наруто это тоже Итачи Саски, да. Тут реально лучше.
Тим, скажу честно, этот бой лучше в 2019 году, я говорю о рисовке и анимации. Так мы про что говорим? Про год или про эту вселенную? Я говорю про вселенную Наруто, что там есть бои получше, чем против Момошики. Про 2019 год я ничего не говорил. Я им отправила ссылку, ДС примите потом запрос на сообщение. Ну, после стрима теперь уже. Теперь уже после стрима, Нуна. Так-то лучший бой без учета анимации, рисовки, бой Рока Ли и Гаара. Возможно, с этим тоже можно согласиться. О, Зоя, опачки! Супружеская чета собралась на моем стриме. Приятно видеть. Не знаю, смотрите ли вы все еще, потому что я по чату двигаюсь не так уж и быстро. Но привет, рад видеть и тебя, и Макс. Да нет, бой с Мамошки реально очень крут. Анимация на высшем уровне и логика боя там не хромает. Я не говорил, что он плохой. Я говорил, что он хорош. Для уровня Боруто уж точно. Но ты сказал, или не ты, ну скорее всего ты, что он лучше, чем все бои в Наруто. Я с этим поспорил, с тезисом, что это лучше, чем в Наруто бои. Это не так. Я привел несколько примеров боев, которые лучше. Но я не говорю, что бой против Мамошки плохой. Просто он не самый лучший. С каждым разом все лучше и лучше будет. Ну, посмотрим. Какие люди в Голливуде, да? Все так, да. Ребятки, тапаем по экрану. Да, это лайки же будут, да, если прям нажимать. Уже 4,5 почти тысячи лайков. Спасибо вам. Давайте лучше про тетрадь смерти или эльфийскую песню, кровь, мясо. Можно про тетрадь смерти, эльфийскую песню я не смотрел, но слышал, слышал. Про тетрадь смерти я постоянно его забываю. Среди всех аниме это, ну, одно из топовых, очевидно. Но всегда, когда меня спрашивают про аниме, вот именно про тетрадку, я она как-то вылетает из головы, не знаю почему. Хотя я смотрел 2 раза, в принципе, хорошо к ней отношусь. Кто еще смотрел «Тетрадь смерти»? Напишите, как вам. Для меня из всех аниме Наруто занимает особенное место. Для меня тоже. Это навсегда в сердечке. Это детство, это ностальгия. Какие бы аниме еще не выходили, насколько бы они не были лучше, это все равно как бы не заменит. Бой с Мамошки был еще в 11-м фильме. В аниме они поменяли дизайн Мамошки в реальной финальной форме. Но в 11-м фильме, кстати, я смотрел. 10-11 я смотрел. 11 где они на Луне, да? На Луне же? Там Хамура еще появляется. Что-то припоминаю. Ну, не сказал бы, что это какой-то впечатляющий уровень. Ну, просто норм. Форточка открыта. Открыта, между прочим. И поосторожнее с этим, молодой человек. Ходите по тонкому льду. И сердечки из глаз. У меня сердечки из глаз, или что? Не понял. Кстати, как тебе новый фильм про Черного Клевера? Не смотрел вообще Черного Клевера. Бой разных взглядов на жизнь, бой учеников одного учителя, бой убийцы твоего сенсея и тебя. Бой там что-то не получилось. Якира. Нет, ты скорее вон та, которая, знаешь, годка, которая такая блондинка была, как Миса-Миса, вот. Ты Миса-Миса, вот кто ты. Кто уничтожил всю твою деревню и тех, кто тебе дорог? Япончик, я не понимаю, о чем ты, но звучит красиво. Бой Гая и Мадары до сих пор мне в сердце, согласен, да. Конечно, хотелось бы побольше, хотелось бы большего масштаба, и чтобы не так часто перебивалось флешбэками, но в целом хорошо, хорошо. Он лучше в плане рисовки и анимации, чем все бои в Наруто. Кто? Против Мамошики? Нет. Объясняй почему. Я тебе привел конкретные примеры боев в Наруто, которые лучше, чем бой против Мамошки в Боруто. Объясняй, почему, по конкретным примерам, давай по списку пойдем. Объясняй, вот прям пиши, почему конкретно бой против Мамошики лучше, чем Саски против Итачи, Гай против Мадары, Рок Ли против Гары. Вот хотя бы эти 3 примера хотя бы разбери. Вот объясни, почему бой против Мамошики лучше, чем вот эти 3 конкретных боя. Тогда будет о чем с тобой говорить. Пока что вот это просто пустые слова. Самое лучшее, что есть в Наруто, это японская философия. Есть такое, да, и японская мифология, не забываем. И индуистские отсылки. Там куча всего. На самом деле, культурологически там огромная кладезь вообще всего. Вот. И это можно разбирать очень долго. Особенно место и первое аниме для меня «Тетрадь смерти». Да, для многих
Тетрадь смерти было точкой входа в аниме. То есть люди по большей части, вот анимешники, знаешь, старого поколения, вот нашего возраста, которые в нулевых начали смотреть аниме, они делятся в основном на два типа. Это те, кто начал смотреть с Наруто, и те, кто начал смотреть с Тетради смерти. Конечно, есть еще там покемоны, есть там Шаман Кинг, но это не анимешники. То есть люди, которые смотрели покемонов в детстве и Шаман Кинг, они в итоге анимешники, ну, они дальше не стали, не продолжили. А вот те, которые начинали смотреть с Наруто либо с Тетради смерти, вот они уже дальше пошли, но они пошли по кардинально разным веткам. Пример, вот мы с тобой, да, вот я начал с Наруто, и к чему я пришел, куда я там дальше двинулся, а ты с Тетради смерти, и ты в другую сторону пошла, по другим жанрам. Это два типа анимешников, я считаю, вот именно старого поколения. Осуждаю, как можно забывать про Тетрадь смерти. Ну вот как-то вот потому что Наруто. Потому что вот Наруто, потому что, понимаешь? Где вот он был первым. Вот он меня захватил, и вот он как бы вот в моем сознании и сердечке до сих пор. Посмотрите полнометражку «Гостиница Окко», вайбовое аниме. Постараюсь, раньше что-то не слышал про это, постараюсь запомнить. На Луне в 10-м фильме, а в 11-м тогда что? Напомню, подожди. В 10-м уже был про это, про темного Наруто. Про альтернативные вселенные. Разве не это было в 10-м? А в 11-м тогда что? Наруто это не мой топ-5 аниме, но точно любимый. Любимый, но не в топ-5. Я то, что у меня не в топ-5, любимым не называю. О, один из зрителей, да, был один из зрителей. Это было хорошо. Крутяк. Я имела в виду, что та типаю на твои глаза и будут. А! Это хорошо, продолжай. Продолжай в том же духе. Уже 6,5 тысяч лайков. Ребята, тапайте, чтобы у меня сердечки из глаз покатились. Я говорил про бой Пня и Наруто. Бой разных взглядов, бой учеников одного сенсея. А, ну это, ну слушай, тут другая плоскость. То есть с моральной точки зрения, конечно, это хороший бой, но даже в этом плане в Наруто есть бои, идеологические бои, посильнее, на мой взгляд. Тот же бой Гаара с Роком Ли идеологически сильнее, мне кажется. А я имел в виду именно сам бой, ну, то есть физически. Прям вот как это сделано. Технику боя я имел в виду. Нуна поделилась трансляцией. Почему одна Нуна за вас всех отрабатывает и делится трансляцией? Поделитесь и все остальные. Ну, кто-то еще делился, конечно, за это спасибо, но можете продолжать. Советую Черный Клевер. Он схож немного с Наруто. Интересно, очень много эмоций после просмотра. Черный Клевер, да, я наслышан, может быть, когда-нибудь. Два раза написал. Все те приведенные бои, они хуже в плане рисовки в разы, камон, Тим. В плане рисовки. Ну, в плане рисовки из них хуже может быть только Гаара против Рока Ли, потому что просто первый сезон, там все такое. А Наруто против Саски против Итачи, Гай против Мадары, чем хуже? Или, давай я тебе даже так скажу, Какаши против Обита, вот не самый популярный пример, не мейнстримовый. Там же просто кулачный бой, рукопашка там просто лучшая. Какаши против Обита это лучший рукопашный бой в Наруто. И он уделывает по рисовке против Мамошики на раз-два. Реально, ну, согласитесь со мной или нет? Вот остальные, что вы думаете по этому поводу? У нас тут спор с даром. Советую Черный Клевер, т-т-т, я прочитал твой комментарий, можешь его больше не писать и не дублировать. Тебе бы музыку в стрим было бы как-то форточно, не так форточно. Ну, а по правам чё? Что, хочешь, чтобы меня заблочили за авторские права по музыке? А так могут сделать? Это же ТикТок. Ты забыл, где мы находимся? Тут не так-то просто включить музло. Хотя я тоже об этом думал, на самом деле, может быть, включить музыку, не знаю. Форточно, Сейлор Мун. Вот это мое первое аниме. Может показаться, что Наруто мое первое аниме, на самом деле Сейлор Мун. Это вообще отдельная тема. Я когда-нибудь запишу видео про это. Но Наруто все равно как бы попал в меня гораздо сильнее. Бой Саски и Итачи то же самое, мало анимации, очень мало динамика, слабо, она старая даже. Чего ты несешь? Какой-то где-то мало анимации. Какая-то мало динамика. Что ты несешь? Она старая. Почему что вообще за претензия старая? В чем заключается ее старость? Вообще не согласен. Просто нет. Чушь несешь.
Просто вот абсолютно все, что ты написал, вот это в точности наоборот. Много анимации, много динамики, и она не выглядит старой, она до сих пор смотрится вполне себе. Что я тут вообще делаю? Я Наруто смотрел только начало второго сезона. А ты, ну, ты же вроде начинал пересматривать, Макс. Ты сколько, 2 раза пытался начать пересматривать? Почему забросил? У тебя есть вот тебе мотивация продолжить смотреть и досмотреть до конца уже наконец, чтобы понимать, о чем я говорю в своих видео, о чем я говорю в своем стриме. Вот продолжи смотреть. Зоя покажи. Ей тоже, я уверен, ей понравятся многие моменты в Наруто. Просто включи этот перевод и все. Да, он неправильный, во многих местах кринжовый, но перетерпеть стоит ради этого. Типа, я могу объективно оценить произведение, для меня есть много аниме лучше, чем Наруто. Ну, я понимаю, что много аниме лучше, чем в Наруто есть, но, как я сказал, для меня... Вот это минус открытой форточки, что постоянно шум с окна и с улицы передается сюда, и меня может даже заглушать. В общем, я говорил за себя, что Наруто все равно номер один, потому что да, так и есть. Опа-на. Что вот. Так, стрим идет, нет? У меня написано было, что трансляция остановлена. Вроде я сейчас смотрю со своего... Вроде идет. Напишите, оборвался стрим или что случилось? У меня просто Wi-Fi тупит. Когда я с телефона сижу, я со своего интернета, и там все равно лаги есть, а с Wi-Fi у меня еще хуже, поэтому тут может быть такой риск. Я не шарю за Наруто, но ты пригласил. Вот ты меня пригласил, Макс. Ну и правильно. Ну и посидите здесь, что вам стоит. Знаете, я как будто... Представьте, что я у вас дома. Представь, что я вот рядом сижу, просто положи телефон где-то, вот, чтобы трансляция шла дальше, представь, что я просто у вас, как обычно, сижу, глажу котов и так далее. Теперь я точно не хочу смотреть Наруто, достали все меня, его даже на работе обсуждают. Так вот, ты будешь в теме, прикинь, ты будешь в теме, ты сможешь вместе с этим обсуждать, это такая животрепещущая тема. Ты только вдумайся, аниме этому уже 20 лет, его до сих пор обсуждают. До сих пор. Это, ну, что это как не классика? Что это как не повод все-таки с этим ознакомиться? Начните смотреть с Максом, я реально вам советую. Тебе понравится очень многое оттуда. И Максу что-то понравится, что-то тебе, там для вас, для всех что-то найдется. Аватар топ. Ну, вторая часть, конечно, похуже, но первый Аватар, конечно, да. Там 3D, там вот эти синие человеки, в принципе, нормально. Аватар топ. Макс, ну да. Жаль, конечно, третью часть перенесли из-за забастовки, но так в целом, да. У меня тут глючит, поэтому дублируется. Окей, фонку врубай. Мое первое аниме было Евангелион. Серьезно, ты смотрел Евангелион? Ты мне ни разу об этом не рассказывал. Почему я только сейчас узнаю о том, что ты смотрел Евангелион? Фонку. А может реально попробовать музычку? Как вы думаете? Может попробовать включить музычку и посмотреть, что из этого выйдет? Или нет? Хотя вот у Данте, например, постоянно музыка играет, его вроде не банят за это. Ладно, я рискну. Я рискну. Как ее включить, типа, на фоне? Сейчас попробую. Я подрубаю музло, ребят, на фон. Как бы еще так сделать, чтобы меня не перекрыло? Так. Так, как это слышно? Что-то очень громко было, да? Вот так вроде нормально должно быть. Сейчас. Напишите, не слишком громко музыка и как вообще вам это? По-моему, слишком херово слышно вообще песню, но как будто и зависает еще постоянно.
По-моему, слишком херово слышно вообще песня, она как будто и зависает постоянно. Что-то я вообще ничего не понимаю. Мне кажется, все сломалось, Макс. Зря ты это сделал. Зря. Короче, все, нафиг, я не буду больше тебя слушать никогда. Никакой музыки у меня больше не будет, потому что я включаю ее с ноута. Во-первых, меня перебивает. Во-вторых, качество этой музыки оставляет желать лучшего. И в-третьих, стрим не выдерживает такого потока информации. Я начинаю лагать еще сильнее, чем обычно. Поэтому очень плохой совет ты дал мне, Макс. Я больше не буду тебя слушать. Пожалуйста, больше мне ничего не советуй касательно того, как мне вести стрим. Я пожалел о том, что я тебя послушал. И сделаем вид, как будто этого ничего не было. Так, смотрел вот таки мел, я уже даже не помню его по сути. Ну, кстати, Евангелион, не знаю, мне не понравилось. Мне не понравился Евангелион. И вообще, все твои комментарии по поводу духоты сразу, ну, типа, я буду удалять, сразу скажу. Типа, будешь писать, я буду удалять. Мне это не нравится, не пиши так больше. Я буду душнить столько, сколько захочу. Вот. Черный клевер такая же параш, как Боруто. Может, чуть получше, потому что сливать персонажи не могут. Ну, спорное мнение, я думаю. Многие... Вот я половину зрителей растерял из-за этого. Ну вот зачем ты вообще посоветовал мне такую херню? Никогда больше не давай мне советов. Покажи прямо сейчас нам эти два боя, сам увидишь. Я не могу показать, меня забанят за авторские права. Меня за... Я бы показал, серьезно, я бы еще до этого включил... Вообще я бы смотрел аниме с вами, если бы можно было. Но нельзя, к сожалению, в ТикТоке. Можно на Твиче... Но на Твиче меня никто не будет смотреть. Если меня тут никто не смотрит, почти, то на Твиче и подавно. Что скажешь насчет Токийских Мстителей? Не смотрел, но в списке есть. Бой Итачи и Сацуки нарисован намного хуже, чем бой Момошики. Не согласен. Ты не прав. Ты не прав, я не согласен. Ну вот и все. Ну, если бы возможно было, я бы сейчас вывел, сделал бы захват экрана, я бы сейчас зашел на YouTube, посмотрел бы один бой, потом второй, потом сравнил бы их оба. И да, и на примерах бы тебе на пальцах объяснил, почему ты не прав, но, к сожалению, это невозможно сделать. Идет все норм, идет все нормас, не помню про музыки, просто может перебивать иногда. Да, я сижу в туалете. Очень полезная информация, Зой. Спасибо, весь чат узнал, что ты в туалете. И на фоне ты. Ну, как и в жизни, как и в жизни. Как можно подумать, что каждую субботу это когда по-другому происходит. Наруто это феномен, в этом аниме живет Япония. Ну, во многих аниме живет Япония, но Наруто это феномен, это да. Аватар Аанг. Что Аватар Аанг? Ладно, Тим, давай, наверное, пойду, долго же стримить будешь. Ну, может еще полчасика, часик. Ну, ты давай, да, ладно. С тобой, конечно, не сошлись во мнениях очень сильно, но дискуссия была, и это хорошо. Поделюсь трансляцией, спасибо. Спасибо. Нормально. Ты дублируешься. Ну, конечно, я же должен как-то узнать, насколько все нормально или нет. Лучше отключить. Да, реально, ну зачем это музыка? Извините, что я послушал. Ну это я дурак, не надо было никого слушать вообще, на то делать так, как я хочу, так, как я считаю нужным. Это мой канал, мой стрим. Да, еще я вина, да, Макс, это ты виноват. Это ты, полностью твоя вина. На 100% твоя вина, я обвиняю тебя в этом. Так что, да, зрители ушли до музыки. Нет, нет. До музыки я посмотрел, проверил, было где-то 8 или 9 зрителей, после стало 5, сейчас 3. Даже два, потому что я смотрю с Шелдона, сейчас всего два зрителя, видимо, это вы и есть. Нет, после везде вот так, если зависает, люди уходят. Ну да, а зависает из-за того, что я включил музыку, потому что мой интернет не тянет одновременно и меня показывать, еще и музыку транслировать. Я пойду, удачного стрима, да, давай, пока, ну, в принципе, вот
После того, как Нуну ушла, в принципе, особо смысла продолжать и нет, потому что она самый активный зритель, из-за ее активности добавляются другие зрители, поэтому тут сейчас цепочка пойдет. Можешь меня звать просто одной буквой Ти. Окей, Ти. Согласен, лучше себе самому делать для эфира. Да. Ну, просто Макс не просто зритель, он мой друг из Риэла. Я решил довериться, но пожалел об этом. Так. Ну, все, получается, да, меня что смотрит я со своего второго канала и Зоя с Максом. Все, больше никого тут нет. Вот мы до этого и дошли. Как тебе Токийские мстители? Ты уже спрашивал, я не смотрел, но в списке есть. Не, он нормально, сам музыку врубил, я виноват. А кто меня попросил, кто меня вынудил на это? Сам писал, вруби музыку, фонк, вруби, музыку, вруби, стрибе, душную форточку открой. Не ты писал такое? Ты писал. Ну вот, пожалуйста. Так. Так, ну что? Час 17. В принципе, я оправдал. Оправдал свое право получить полугодовой доступ к Live Studio ТикТока. Ну, зрители, я, конечно, еще посижу несколько минут. Если актив не прибавится, то, наверное, можно будет завершать. Все равно еще немного зависать. Да, я вижу, у меня тут рядом стоит телефон, на котором я смотрю, и, видимо, все сломалось в момент, когда я включил музыку, и даже когда я ее выключил, все равно какая-то дичь. Я не требовал. Ну, ты спровоцировал меня, как бы от тебя это пошла инициатива. Решение было твое, принимай ответственность за свои поступки. Все, отключайся, все, вырубай, уходи со стрима. Не надо тебе меня смотреть сейчас. Виноватого одного нет. Ну, как бы да, конечно, моя рука нажала на это. Может перезагрузить трансляцию, не знаю, поможет или нет. Но лайки, кстати, идут, лайки идут, уже больше 9 тысяч. Я не знаю, почему я продолжаю зависать. А звук как? Кстати, звук тоже прерывается или только картинка? Лучше перезагрузить. Может, лучше отключить? Так, ладно. Ладно, окей, сейчас я вырублю тогда. Попробую заново подключить. Так. Приостановить трансляцию. Сейчас зрители не могут посмотреть трансляцию. Эфир можно смотреть 3 раза и не более чем на 5 минут за раз. Нет, по-моему, все равно лаги. Все равно что-то как-то пауза не помогла, по-моему. Или нет, или норм.
Хотя вроде нормально. Или нет, или да. Или хотя бы получше. Сейчас кое-что еще посмотрю. Ну, Wi-Fi у меня вроде работает. Идеально. Ну, вряд ли идеально. Идеально у меня не будет никогда. Надо хотя бы было приемлемо, чтобы хотя бы это можно было смотреть. Чтобы хотя бы это было терпимо хоть как-то. Почему-то не видно. Я со своего телефона не вижу чат. Так, ну что, мы можем продолжать так? Или, ну вроде я смотрю на себя, кажется нормально, вроде как был. Как дела, бро? Я твой фанат с 2007 года. Нифига себе. Ты мой фанат с тех пор, как мне было 10? Круто, круто. Мистер Потато. Потато. А сколько тебе-то лет? С какого ты года, если ты мой фанат с 2007-го? Ты, может, какой-нибудь педофил? Я не знаю, как все это объяснить. Не, все-таки лаги есть, я что-то наблюдаю. Все-таки они присутствуют чуть-чуть. Так, а что если сейчас, подождите, может быть здесь у меня проблема? Я сам могу тапать, я сам могу сам себе тапать сердечки. Уже 9003. Помнишь, ты делал обзоры на шторы? Это я тебя попросил. А, нифига точно, я помню, что-то знакомое. Ава и Ник. Блин, ну на шторы, кстати, давненько было, да, по-моему, в прошлом году еще. Я ведь сделал. Я сделал обзор на шторы. 200 штук натапал. Да. Подождите, я просто, мне реально интересно. Типа я сейчас. Какая-то шкала есть? Интересно, если я ее забью, то что случится? Сейчас. Бум. Отправил 105 лайков. Нифига себе. Я сам свой самый активный зритель, получается. Прикольно. Прикольно. Давайте добьем до 10 тысяч лайков. Без меня. Давайте вы 200 лайков еще поставьте, будет 10 тысяч. Подожди, мистер Потато, то есть ты сколько на меня подписан, получается? Ну, больше года выходит? И что-то около года? Че, прям смотришь до сих пор? Круто, если да. 244. Ну давайте, что, 5 человек сидит, в принципе, ну 4 не считая меня, наверное, можно продолжать, я еще готов сидеть какое-то время. Девять и девять, еще давайте, чуть-чуть еще будет десяточка, давайте десяточку. Кстати, я тоже видел твои обзоры на Штор. Кстати, да, напиши, сколько ты на меня подписан, когда... Как давно ты меня смотришь, откуда ты меня узнал, какой, не знаю, с какого видео начиная, может быть. Может, тут есть алды? На моем канале, я думаю, алдом можно считать зрителя, который от года начиная, наверное, смотрит. Вот кто больше года? Есть такие, кто больше, кто меня второй год смотрит? Просто у меня канал, ну, активно я его веду, про аниме я снимаю 2,5 года. Так что, в принципе, если из этих 2,5 лет больше года вы меня смотрите, значит вы алтфак. Я считаю, справедливо и заслуженно можете считать себя алтфаками.
Если бы не я, Макс, если бы не ты, мне бы не пришлось перезагружать стрим, если бы не ты. Ну, без обид, типа. Просто херовый совет дал, не сработало, бывает. Долго уже, сколько примерно? Год есть? Конечно, смотрю, я писал в комментариях, что ты мой любимый контент-мейкер по аниме. Нифига себе! Любимый контент-мейкер по всему аниме вообще из всех? И не только в ТикТоке, вообще в интернете. Если да, то это очень большой комплимент. Спасибо. Спасибо. Мне такого еще не говорили. Так что прям из всех контент-мейкеров по аниме в интернете. Да даже если просто в ТикТоке, все равно это ты хера. Очень польщен, очень приятно. Ну что, задавайте, пишите еще. Все равно я лагаю, все равно я на себя смотрю с телефона, все равно я подвисаю. Подвисаю. О, 10 тысяч пробили, 10 тысяч, уже 10, 10 тысяч 100. Ты вообще можешь с Анизора рубиться. Я слышал, что Анизора, все, он ушел с Ютуба, его больше нет. Его больше нет с нами. Но я вообще андер. Я андеграунд, я как бы нишевый блогер, потому что у меня 6 тысяч подписчиков за 3 года, чуваки. 6 за 3. Я набираю в среднем по 2 тысячи за год. Это очень медленно и мало, и я такой очень нишевый, малоизвестный. Известный, так сказать, в узких кругах, таких как вы. Он фанат Зора до сих пор. Кто? Зора какого? Из One Piece, который? Или они Зора, который блогер? Да, я все-таки лагаю. Сейчас я подрублю себе звук на телефоне, чтобы послушать, как я звучу, не лагает ли у меня еще звук. Потому что если у меня еще и звук лагает, то, ну, это будет совсем плохо. Нет, звук не лагает, кстати. Звук вроде идет ровно, а вот изображение оставляет желать лучшего. Какой твой любимый персонаж из One Piece? Пока что, ну, вот этот господин, капитан Кура. Капитан Кура мне очень понравился. Багги классный. Ну, естественно, сам Луфи. Скажем так, из злодеев Багги и Кура, из основной команды, ну, Луфи и Санджи еще прикольные. Санджи топчик. Зеф понравился. Но я только начал. Я только в самом-самом вообще вступлении. Я на 8-м томе сейчас. Мне еще читать и читать. Так что когда-нибудь я вообще сделаю отдельно ролики и по любимым персонажам, и сравнительный анализ Наруто проведу вообще по полной программе. Но для этого мне нужно хотя бы как-то существенно продвинуться хотя бы в чтении манги, я уж не говорю про аниме. Санджи вообще любимец. Да, Санджи реально классный. Санджи классный. Кстати, вот вас всех, активных моих зрителей, не было почему-то на прошлой трансляции в четверг. А я, между прочим, там смотрел на Ютубе и разбирал трейлер One Piece от Netflix. Вы это пропустили. Там было интересно, там было что обсудить. И вы можете посмотреть запись этого стрима и даже конкретный момент с разбором трейлера на моем канале в ТикТоке и на Ютубе. Если это кому-то интересно, потому что 10-минутный видос с разбором трейлера, который я залил на канал, его посмотрел типа 40 человек. Я не шучу. 40 человек, просто 40. Там просмотров, по-моему, 42. То есть это вообще никто не увидел, никто не про... ТикТок вообще не продвинул этот 10-минутный видос, наверное, потому что он слишком большой. Но если кому-то из вас интересно, что я думаю про трейлер One Piece от Netflix, то зайдите на мой канал, там есть один из свежих роликов именно про это.
Я видел, но занят был на минуточку, зашел только. А, ну, хорошо, что сейчас свободен. Ладно, я пойду, моя любимка. Давай, напишите еще, вот, Патата, пока ты не ушел, напиши, когда тебе удобно смотреть мои стримы. В какие дни, во сколько, вечером, днем, на выходных, по будням, когда удобно. Ну, по выходным я, скорее всего, не смогу стримить, так, по будням, где-то с понедельника по четверг, скорее всего, вечером. Ну, вот какой день удобнее тебе было бы смотреть? Писать коммент, ставить лайки. И не только ты, вот Ти, там, кто еще смотрит, когда вам удобно, чтобы я стримил. Потому что я пока что пробую разные дни, пока не знаю. Ну что ж, я думаю, раз я уверен, что у меня упали зрители, потому что я лагаю, это уже, видимо, не исправить. Поэтому, ну, 1,5 часа уже есть. Пятница вечером вообще идеально. Ну, к сожалению, пятницу вечером я занят. Каждый вечер пятницы у меня стабильно занят. Я бы стримил по пятницу вечером, я бы тоже понимаю, что это удобнее всего, но, блин, к сожалению, либо понедельник, вторник, среда, четверг. Вот в эти дни могу. В пятницу не выйдет. В пятницу есть только днем. В пятницу днем только могу. Мне удобно смотреть когда угодно, просто сейчас с другом сижу в звонке. А, понятно. Ладно, тогда спасибо все равно, что заглянул на огонек. Рад, что у меня есть какие-то хотя бы постоянные зрители. В общем, я о чем? 1,5 часа стрима есть. В принципе, я для себя уже какую-то норму длительности вывел, что я дольше 1,5-2 часов не могу стримить, я устаю, у меня голос садится. Ну, поэтому, учитывая, что я еще лагаю безбожно, и что зрителей нет и не прибавится, поскольку лаги не пройдут. Наверное, закончим на этом. В принципе, стрим оказался гораздо, ну, плодотворнее, чем я думал. Потому что, когда я его начинал, там вообще была тьма просто какая-то беспросветная. А сейчас-то хотя бы, ну, что-то было, что-то было. Можно даже запись будет выкладывать. Короче, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто был. Два человека осталось. Да, на этом закончим. Подписывайтесь на Boosty. Я же с этого вообще начал. Подписывайтесь на мой Boosty. Ссылка в профиле. Подписывайтесь на YouTube. Там тоже в ближайшее время будет контент. Ну и оставайтесь на канале, хотя бы не уходите, хотя бы не отписывайтесь. Я уж не говорю о чем-то большем, хотя бы просто, чтобы у меня не падало количество зрителей в целом. Так что, не знаю, может быть еще в четверг подрублю стрим. Может нет. Может на следующей неделе. Посмотрим. Либо в четверг, либо на следующей неделе. В общем, да, Ти и все остальные, спасибо, ждите. Отрывок, наверное, лучший с этого момента. Я, как обычно, залью на канал. Я, наверное, даже сделаю отдельный плейлист. Плейлист отрывков со стримов. Да, потому что их уже набралось определенное количество. Можно открывать плейлист. Лучший момент выложу. И запись полного стрима на YouTube будет тоже, наверное, завтра. Все, всем спасибо тогда и до следующего эфира. Следующий эфир я проведу уже не в лайв-студии, проведу уже обычно с телефона, по-человечески, потому что лайв-студию себя не оправдала, на мой взгляд. Но, тем не менее, надеюсь, я получу доступ к дальнейшему пользованию. Может быть, что-нибудь придумаю. Но следующие стримы будут в стандарт.